Начнется не одновременно по всей линии фронта, а по очереди. Для этого зону соприкосновения поделили на секторы. За всеми этапами будут наблюдать сотрудники ОБСЕ. К слову, о подписании своей карты вывода вооружений сообщил и украинский генштаб. Кроме того, было заявлено, что до конца дня состоится очередной раунд освобождения пленных. Есть данные, что он пройдет по формуле 35/37. И автобусы с силовиками, которых собирается отдать ополчение, уже выдвинулись к месту обмена в сопровождении мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.